Всем привет, ребята! Ну что, мы сегодня опять на тестовом аккаунте, и сегодня мы будем с вами пробовать вытащить недостающих мне героев, которых мы потом будем попозже тестировать, качать, а делать прочее. Это английский сервер, тестовый акк, и у нас сегодня коллекционер, у меня есть несколько недостающих героев, и мы по-любому этим сейчас воспользуемся. Так, окей, поехали, смотрим. Что у нас есть? Вот такой вот коллекционер. Панда, Фоба. В принципе, мне надо Фоба. Мне надо оккультист. Оккультиста мы получили на десяточке. Фобу мы вытащили на десяточке. А здесь, как видите, даже Валька, Фоба, оккультист. Кто там у нас еще? Череп. Вот так вот. Таких вот героев нам надо вытащить. Поехали. Я не знаю, я не буду все ролить. Я поролю до сбора слизней. Не выпадет, будем ждать следующего коллекционера. Такс. Ну, я надеюсь на лучшее. Афинка Триантик. Неплохо. Сердцеедка. Так. Так, ну, Рибит, неплохо. Санта Бум. Кстати, надо подкачать силушку на аккаунте. Он отстает от второго. Опа! Вот она, ребятушки. Валентинка, отлично. Плюс один недостающий герой на этом аккаунте. Это хорошо. Такс. Такс, 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 такс. Итого, поехали дальше. Кстати, у меня здесь доната больше, чем на десяточке или меньше. Сейчас посмотрим. Где-то они приблизительно одинаково должны были идти. Да, одинаково. Но там, блин, там есть все герои, кроме разрухи. Так, одержимый. Еще одна Валентинка, нифига себе. Вот это да, ребятушки, как по заказу. Нам бы черепа еще. ПБшка. Дед Дрейк, Трикси, Гаргул. Пошла жара. Бочечка. Ну, рандомчик, давай. Анубис, нифига себе. Опять Кенди падает. Давайте по 150 посмотрим. Какой шанс? Афинка, ну, по 150 тоже падает. Валентина, третья. Ребята, три, сразу же три героя мы сегодня вытащили. Бугич, Сноу, ничего себе. Да ладно, огонь. Три вальки, это жесть, конечно. Рино, Рохно. Рохно, Рокко, Рококо. Так, Сноу, рандомчик, давай. Не хочет он нас слушать. Седнушка. Так, ну что мы там, желеек собрали? Думаю, что да. 9.15, ребят. 9.15 всего лишь. Офигеть. Поехали дальше. Малышник. Вот так вот. Гарпия. Купидон Космо, просто песня. Падают герои, конечно, крутые. Ну, это тестовый аккаунт. Хороший музончик. Сейчас будет, ребятушки, имбушка. Душ. Ну, где ты? Где ты, мой юный друг? Влад Дракула. Валька четвертая, ребят. Это просто жесть. Ара. Ну, Ара нам не нужен. Блин,
Ну, рандомчик. Командора. Ладно, давайте еще. Ну, а с вас, конечно же, лукасики. Блин, легенд реально падает очень много, и это радует. Бугимен. Но не радует то, когда тебе не хватает пару героев. Хранитель. Плант Вориор. Есть, мы получили еще одного героя. Ну, точнее, мы получили плюхи. Гарпия Дракос. Нифига себе. Понеслась, ребятушки. Имхотеп. Череп. Наконец-то. Наконец-то, ребят. Наконец-то мы получили еще одного недостающего героя. Так, забираем наши плюшечки. Ну, в принципе, плюшки довольно-таки неплохие. За Плант Вориора дают сразу же. Ребят, сразу же четвертые сундуки 50 штук. Это вообще очень круто, как по мне. Ну, Фобу, к сожалению, мы пока не выбили. Давайте заберем вот такие вот плюхи. 400к кулаков. 400к кулаков. Обалдеть. Ну, у меня, конечно, здесь есть 5 миллионов их, но все равно 400к мелочь, а приятно. Такс. Давайте пооткрываем эти плюхи. Смотрите, коробочки, слизни, ЭСО, пакт. Пакт, ЭСО, ну офигеть. Просто кайф. От души. Такс. Нам надо еще черепа открыть, кстати. Валик мы сегодня натащили. Просто бешеное количество. Такс, такс, такс. Валька. Ой, куда Валька? Какая Валька? Ее сольем. Какая нафиг Валька? Череп. Череп, череп, череп. Вот кто нам нужен был. Так, итого смотрим, что у нас получается, ребят. Что у нас уже на аккаунте есть? 88,91. У нас не хватает оккультиста. И у нас не хватает Фобоса. Ну, мы это дело все решим намного проще. Вот таким вот одним четким паком мы забираем сразу же культиста. Ну, не буду я ждать, когда он будет 10 баксов, потому что такие шансы здесь очень редко выпадают. Поэтому вот так вот. Админ панельку подрубили. Чик. Отлично. Что, можете меня поздравить? Еще плюс один герой, три героя. Сразу же три недостающих героя у нас сегодня получилось. На десяточки мы забрали. Ну и, конечно же, надо здесь забрать. Потому что надо силу догонять. Никуда от этого не денешься. Такс. Там у нас, кстати, Шопинг Спри. Сейчас посмотрим, там мне должны дать одну или две попытки. Сейчас посмотрим, сколько там Фобоса. Там, по-моему, 20. А, 30 осколков Фобоса через 2 часа. Ну, попробуем забрать хоть частично. Такс, такс, такс. О, ничего себе, еще и гифты нам пришли. Вот так вот. Вот так вот. Поехали. Посмотрим на наших новых имбо-героев. Так, Вальку одну мы оставим. Одну качнем. Одна потом пойдет на повторку. А, так, свалька. Тут у меня еще с таких интересных есть. Тыковка, понятно. Оккультиста тоже нам надо, кстати, качнуть. Ну, расходников здесь тоже валом. Поэтому. Такс, такс, такс. 2000 коробок. Ну ладно, поставим на удачу. Тут же сразу же вот так вот сделаем, сменим. Берс. Нифига себе. Берс, 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 берс. Мы поставим, мы поставим, мы поставим на стрелка.
Одним талантом воодушевление тоже кайфовая тема. Можно даже оккультисту поставить для фарма. Замедление на черепа кинем. Ну, как видите, дофига-дофига у нас героев еще качать и качать. Ой, отлично. Это тоже можно поставить стрелку. А на стрелке уже здесь есть. Валька. Здесь тоже надо будет поразбираться с талантами потом. С героями поподкачивать их. Потому что героев реально дофигища. А времени на этот аккаунт нету. Отлично, Ремочка. Ну, Ремочка у нас улетает. Валентине. Вот так вот сюда ее тыкаю. Еще нам какой-то наборчик дали. Сейчас посмотрим. Сейчас глянем, что там за набор. Ну, этот набор я уже показывал. В принципе, довольно-таки неплохое. В общем, вот так вот, такой вот трешечок, плюс 3 героя новых у нас есть. Следите за этим аккаунтом, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.